И всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Лол. И помните, я снимал хардкорные выживания в Майнкрафт? Ну, сегодня я не буду снимать хардкорные выживания, я буду снимать обычные выживания в Майнкрафте. И как вы видите, я появился... где-то я появился, короче, вот. И сейчас мы, конечно же, идем до его дерева. Что же еще можно делать? Так, что такое у меня? Нормальное, максимум. Быстрое. Все. Вот, по сути, теперь Майнкрафт хороший стал. Нет. Тормозит. Ну, ничего. Мы будем добывать дерево. Так. Как я давно уже не играл. Кстати, я играю без читов. Видите, не могу. Я на таб нажимаю, не могу. Короче, мы сейчас сделаем себе верстак. Верстак, отлично. И дерево. И сейчас надо сделать инструменты себе. Так. Делаем себе... Нет, две, я сказал. Делаем вот так. И делаем вот так. И делаем еще вот так. Отлично. Так. Вот, все. Нет. Я еще кое-что забыл сделать. Это вот так. Это вот сюда, а это вот сюда. Отлично. Так. И убиваем корову. Ну, обычно, как всегда. Ну, я думаю, поставлю на паузу и потом продолжим. Отлично, мы поубивали немножко коровок. Сейчас я еще одну убью и пойдем дальше. Но сначала я покушаю. Хотя знаете, что нет? Я добью свой меч, чтобы он... Все, супер, пойдем дальше. Добывать дерево. Отлично, я добываю дерево. Так. Песок. О, там спруты плавают, это прекрасно. Ну, я хочу добыть песок. Так, не землю, а песок я. Ладно, и добудем землю. Это что такое было? Окей. О, глина, которая нам, думаю, не нужна. Но я добуду в себе случай. Так, песок, отлично, идем дальше. Так, думаю, столько дерева хватит у нас. Стак и 7. И пойдем строить дом. Так, но я нашел тростник, пока шел, и я его тоже соберу. Так. Окей. Я добываю еще тут дерево быстренько. Пойдемте строить домик. И строить, наверное, я его буду вот тут, потому что тут такая местность хорошая. Тут. Так, ребят, строим. Так, строим. Отлично, я построил самый лучший дом в мире. Ну ладно, это говно какое-то. Ну, ничего, ведь это только дом. И сейчас мы идем добывать пещеру. И закончим на этом серию. Потому что я... Сказал, потому что вот. Не, я буду снимать, как я буду добывать камень, потому что... Я не знаю, потому что Человек-паук, наверное. Так, хорошо, кстати, что у меня дырка около дома. Можно быстренько добыть камень. Опа. Ай! Это что такое? Блин! Да тут... Эти спавны мобов. Уйдите. Ай, блин. Щит. Чёрт, уйдите от меня, что ли. Уйдите от меня. Алт. Щит. Уйди. Отстань от меня. Где она? Ой, блин. Так, я попытался написать полпоэт, но команду-то нельзя писать. Блин, меня чуть не убили. Так, сделаем быстренько бронь, нагрудник, то есть, и, опа, и еще кое-что хочу сделать, опа, отлично, теперь у меня желтый нагрудник,
Так. Да ну нафиг выходить туда. Хотя, может быть, зайти? Несколько сек. Я уже зомби слышу. Больше нету? Нету больше? Фу. Окей, уже темнеет. И я думаю, можно заканчивать серию. Ладно. Это была 5-минутная серия. Первая, потому что мне... ну, как бы... Я уже наигрался. Ну, ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. С вами был мистер Лол. И вон та коровка. Ладно, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.